Вот такие баночки с-под крема. Я нашел применение им вот таким образом. Их остается очень много, жена пользуется ими. Ну, я применил их в таком вот виде. Мне кажется, оригинально получилось на ручку для дверей. И под цвет сарая как раз получилось. Ну, крепится обыкновенно. Это вот вытягивается штука. А здесь обыкновенный шуруп или саморез. Вот и все. Держится хорошо. И такое вот применение я придумал этим баночкам. Для сарая нормально, как бы декоративное. Много один оставил этих ручек. Вот тоже такая же самая баночка была.